В одном из коворкинг-центров муниципалитета прошла встреча участниц сообщества «Нежный бизнес» Ленинского городского округа. Это первое в этом году рабочее собрание, на котором представительницы объединения обсудили планы и мероприятия на ближайшее время. Встреча прошла в теплой и дружеской обстановке. За чашкой чая предпринимательницы озвучили свои предложения по развитию и подробно разобрали интересующие их вопросы. У нас планируется форум по женскому предпринимательству. У нас также планируется уже третий конкурс «Нежный грант», где девушки рассказывают о своих проектах и защищают их, и получают призы. 100 тысяч рублей у нас выделенные призы. Вот. Также, конечно же, мы распишем наши внутренние мероприятия именно в муниципалитете. То есть, каким образом мы можем посотрудничать с административными органами, что мы можем предпринять для того, чтобы увеличить продажи девушек, как мы можем внутри поколлаборировать, соответственно, найти возможные взаимодействия и сотрудничество. В «Нежном бизнесе» состоит около 150 человек. В прошлом году к сообществу присоединились еще несколько представительниц прекрасного пола, что ведут свою деятельность на территории округа. Членство в нашем сообществе дарят на Новый год. У нас сегодня здесь есть участница, которой подарили визитку и порекомендовали вместе там с подарком, да, вступить в наше сообщество. Поэтому разговариваем, знакомимся, выстраиваем планы, обсуждаем цели и задачи. Большое внимание на совещании было уделено двум важным событиям. Это форум предпринимателей, который пройдет в мае, и конкурс «Нежный грант», состоящий из нескольких этапов. В ходе встречи бизнес-леди обсудили все детали подготовки к этим мероприятиям.